Привет, народ. Смотрите, как у нас красиво девичий виноград себя ведет. Сейчас уже середина сентября, и вот он такой красивенький. И удивительно, в этом году прям на нем ягодки висят. Надеюсь, что когда-нибудь он прям всю стену займет. Ну, это посмотрим. Вот так, в принципе, планы какие-то хотела рассказать. Кому интересно. Вот здесь вот подготовила место. Хочу весной хосту сюда пересадить, потому что у меня голубая хоста, она практически загибается. И она совсем не голубая. То есть ее надо в тень посадить. Вот. Так вот, в общих чертах осенний сад. Такой вот грустный, только астры. Цветут, радуют еще глаз. Вот. Так вот, лапчатку тоже пересажу. А стильбу пересажу. Не знаю, куда весной герань пока деть. Вот, большой куст гортензии тоже пересажу весной. Ну, на весну так планы, в принципе, общие. То есть просто пересадить всякие разные цветочки в другие разные места. Вот. А так, пока что-то задумывать глобальное, не знаю. В этом году не получилось пересадить клубнику. Я здесь хочу альпийскую горку делать. Вот, пока как-то все застопорилось. Тоже дорожку еще не доделала. Вот она сюда дальше должна продолжаться. Тоже еще пока не доделала столько событий всяких приятных и неприятных в этом году, что как-то не дошло у меня до этого дела. Вот, и со спиной были проблемы, поэтому физические нагрузки категорически запрещены были врачом. Вот, еще вот настурция цветет. Тоже не знаю, если заморозки будут, наверное, все трындец погибнет. Вот, а так что вот, вот так вот. Еще это, ночная фиалка тоже ринулась прямо в цвет. Хотя уже как бы, уже пора бы ей заканчивать цвести. Но вечерами, ну, такой нежный, прям приятный, такой сладковатый аромат издает эта штучка. Вот. Вот, вот такой вот, в общем, вот такой вот, в общем, сад. Ну, еще тоже такой из планов, вот эту вот грядку хочу разобрать. Ну, как бы убрать старые растения, которые надоели. И хочу бордюр поставить еще вот, убрать пень и от пня вот сюда вот вперед бордюрчик сделать. Ну, то есть, чтобы такая была вытянутая грядка. Вот, а здесь как бы площадку просто с травой пошире сделать, потому что здесь и слива нагибается. Вот, и там мы хотим качельки поставить, такую мини-беседку с качельками, поэтому как бы туда нужен будет проход. Вот, так что еще из такого, то, что на следующий год запланировано. Если все-таки удастся мне дорожку продолжить, то вот эту грядку треугольную я уберу. Сейчас покажу вам. Вот, треугольная грядка, то есть вот я сейчас встану, вот, смотрите, дорожка должна идти прямо, прямо, прямо к нам. Вот, и треугольная грядка, она мне давно не нравится, но я что-то не знаю никак, не решу, что с ней делать, во что бы ее превратить. Вот, и вот эта грядка, она кривая, она с такой выемкой здесь. У нас здесь раньше была раковина с краном, воду наливали
А потом все перепланировали с водопроводом. И здесь осталась площадка. Она мне тоже не нравится. Вот. И сама форма грядки, она такая вся какая-то невнятная. И здесь уже старые растения, и флоксы, которые надо рассаживать, и вот эти вот водосбор, который уже просто все заполонил. Вот. И вот эти вот мои маленькие цветочки оранжевые и желтенькие, которые уже вырождаются, потому что грядка здесь старая. В общем, тоже эту грядку разобрать, думаю. Но это все весной, то есть, потому что сейчас это до этого не дойдет дело. Вот. И еще так вот сейчас тоже с мамой поговорили. Думаю, что вот эту вот большую грядку, где у нас раньше лилии сидели, ее вообще освободить, засадить какими-нибудь сидерациями и оставить пустую на год, чтобы она отдохнула, потому что здесь очень истощенная земля, и лилии здесь расти не будут. Вот, и потом уже в будущем сделать здесь плантацию лилий, как у нас раньше было. Вот. А так вот, кстати, в принципе, так мысли на будущее на этом и заканчиваются. Но это уже глобально. Смотрите, у нас бракованная астра выросла. Все астры как астры, а это ромашка. Представляете, какое разочарование. Все махровые, все такие разноцветно красивые, а это ромашка. Удивительная штука. Вот эти цветочки, кстати, я не помню, как они называются. Они цветут уже третий раз за сезон. Такие колокольчики. В основном у нас розовые колокольчики, но есть еще белые, пара кустиков. Вон он, кстати, беленький один виднеется. Вот, кстати, тоже розочка вот эта, не знаю, дала соседкам. Тоже цветет уже третий раз за сезон. Ну вот в плане тоже ее отсюда пересадить хочу. Но в плане куда пересадить, она такая жутко колючая, жутко напряженная. Вот, в плане куда пересадить, даже не знаю. А вот эти цветочки розовенькие, которые я показала вам, которые не знаю, как называются, они очень быстро распространяются. То есть семена сеются везде, и они практически у нас вот и вот виднеется розовенький цветочек. И раз, два, и тут, и вот тоже, и там практически везде. То есть они сеются очень быстро вырастают, и очень много везде торчат эти розовые цветочки. Вот. Ну, летом, конечно, смотрится эффектно, когда все цветет кругом. Вот, в общем, такие вот планы на будущий год. А сейчас ждем осень, когда вся листва опадет, когда вся трава пожухнет, чтобы уже такие осенние работы производить там, собрать всю листву, сжечь, какие-то участки земли под перекупку подготовить к следующему году. Вот. Тут вот мои любимые очитники. Розовенькие. Какая красотуля. Причем это еще не цветочек. Сейчас, наверное, вам не будет видно. Да, не слишком приближает. Это такой цветочек внутри цветочка. Вот. И еще хотела прикольно показать тоже. Я уже о них говорила, но забыл, как называется, хоть убейте, не помню. Вот такой вот. Красоту. Вот. У него, видите, в серединке маленький беленький цветочек, а это листики такие декоративные и выглядит как цветочек. Очень красиво смотрится, когда вот он в группе растет, да, и такой пышный такой букет, такой красотуля. Вот. Ну, так он немножко подхилел, а вообще летом был жирненький. Вот, в общем, вот так вот. Еще покажу вам
потом поснимаю, покажу совсем осенний сад, что мне нравится осенью. Он абсолютно голый, и все видно. Видно вообще все. Все, что нужно, и все, что не нужно, все видно. Так что вот так вот.